напевно, усіх цікавиться історії нашого міста, добре відують інтернет-проєкт «Пікассо», де одна з сторонок більш за 2000 фотодокументів авторства Олега Лісовського, знайоме ім'я малознайомого чоловіка. При тому, що принаймні останні роки у 5, вучні, наставники, журналісти і краєзнавці, архітектори і історики візуалізують свої праці, артикули, нотатки про наш міст легким кліканням мишки на Google «Могильовська фотоісторія». А там усе по альбомах, від перших ваяв середньовіччя про стагоддзі до наших дзён. Фотоздымкі, гравюры, планы, пераклады з гістарычных кніг і газет на тэму гісторыі Магілёва і нават 3D-рэканструкцыі, якія таксама уласна стварыў той самы Олег Лісовскі. І столькі інфармацыі ў адным месцы больш нідзе нават у інтэрнэце не знойдзеш. Практычна абсолютна ўсё. Абсолютно все, что только існує, он собрал. Ну, он в якости выступил в якости того человека, который это все систематизовал на своих ресурсах. Все ж таки, для вельми широкого кола могилевцев, наверное, история не была бы такой доступна, коли не было бы этого так щиро выкладено в интернете, чтобы користались усі. Вы знаете, я навод таких випадків по Беларуси не ведаю. Конечно, мы-то видим его как коллекционера, да? Он покупает и как бы для нас, чтобы мы это видели, чтобы мы это знали, чтобы это сохранилось для Могилева. Выстава «Невядомый Могилёв 1941-44», зладжаная музеем истории города поводит только частки коллекции с фотоздымкой жаўнеру вермахта, выкликала без перебольшивания шоковую цікавность нават военных историков. Благодаря тому, что человек появился и так быстро, буквально за несколько лет, собрал такой массив документальных фотографий, это все документальные фотографии, исключительно документальный массив для историка, ну, архиважен. И кто ж таки, где Олег Лісовский? На это самое имоверное питание утримлюкует тут на выставе визуализованный отказ про невероятные махчимости того ж интернету. Я вельми рада тебе побачить, вот так познайомиться. И я так лечу, что вельми рады будут могилевцы, бо про твое имя знают, ну, многие. Знайомимся. Олег Лісовський, кто, откуль, чому, сколько детей, кем працуешь? Кто такой Олег Лісовський? Я родился в Могилеве и прожил там большую часть своего життя. Учился у нашем, тогда еще, Могилевском техническом университете, который сейчас называется белорусско-российским, на месте НАСУ. И навод крыху працевал в БТИ, а 8 лет тому съехал в Немеччину. И живу теперь тут. Працую так само у сферы информационных технологий. И в якости хобби крыху занимаюсь историей Могилева. Вось откуль это хобби? Откуль это? Я не могу сказать, что хобби – это такое захопление, которое приводит нас у всех в захопление. Откуль началась эта история? Ну, я за все цікавився історією. История мне сподобалася сама по себе. И мой дед, я думаю, мой танцевал выкладчиком истории в школе. И завсёду у его дома было шмат подручников, каких-то додатковых материалов по истории. Мне завсёду это время сподобалось. А именно это Могилёв, вот так моцно я захопился уже значительно позднее. Уже тут, у Немеччине, один мой знакомый попросил меня, как бы я скинул ему все фотоздымки старого Могилёва, которые я насобирал количество в интернете. Я просто копировал себе на компьютер и заховывал. Вот он попросил, каже, скинь мне эти фотки. Я поглядел, их надто много. Я на не лазить на звичайні имейлы. Я вирішив, чому бы их не выставить просто в интернет. Кожен мог поглядеть, кому треба. И вот так почалися мои святые ведомые онлайн-альбомы. Тогда я с початку выставил здымки и поглядел, что это вельми добре выглядит. Они упорядочены, с подписями. Тогда я вирішив шукать еще, повеличить коллекцию. Открыл спочатку навіть велику ветку у форумі Могилевському, я дома, де так само відмірковувалися здымки, шукалися нові, і настільки втягнувся, що до гэтага не відпустить. Ти так щодро ділишся гэтым з усімі нами. Бесплатно.
Задовольнение ты сам отримливаешь от чего? Я отримливаю задовольнение того, что могу дать людям то, что когда-то мне самому пришлось ошукать с вельми великим трудом. То бог у всех этой сдымки мне, как бы, знаете, пришлось прикласти вельми шмат часу и силу и облазить весь интернет, аукционы, все, что только можно. И я лечу, что инши, кто цікавится историей, смогут теперь с моей допомогой просто зайти на одно, на один портал и посмотреть там все, что только можно знайти, без усиляких опытов. Такое тонкое питание, махчимость. Аукционы, это ж не, это ж гроши. Это час и гроши. Так, это гроши. И, на жаль, в последний час стали не такие маленькие гроши, как ранее. Гэткага професійнага ўзроўню захаплення толькі што сам Алег пасціпласці апраўлівае як хобі. Але нават музейшчыкі не ўяўляюць сёння візуалізацыю магілёўскай гісторыі без Алега Лісоўскага. Зараз можна ўявіць візуалізацыю горада Магілёва без Лісоўскага. Можно уявить. Алия, когда будет беднее? Ну так, конечно, она будет нашмат беднейшая, чем та, якая зараз есть, дякуючи на его работе. Супрацовництво это и сябровство у працы на некое такое, конечно, сформировалось. Хотелось обдумать, что он так само сябрует с нами, что нас воспринимает, как своих сябров. О, да, речи, Олег пишет. Чекайте. Ён нам дапамог адзін раз, дакладна, вельмі моцна дапамог. Мы займаліся набыццём кнігі Казіміра Семеновича «Великамастацтва артылерыі», которая прадавалася ў горадзе Пасау. Алег сам вызваўся, прапанаваў сваю дапамогу па тым, каб лагістычна нас правесці. Уникальное немецкое выдание 1676 года. Трактат военного инженера Речи Посполитой, починальника ракетной справы Казимира Семеновича, корыстался великим авторитетом военных у Европе. Вывучался, ствержают, и Наполеоном. Гонор музея. И удалось набыть у троя таней за першопочатковую цену 15 тысяч евро. Я подала за рубежи, что таких это живучий. А потом уже мы стали, ну, нек так супрацовничать мета накеравана и набыли коллекцию графичных выявов. Это друкованные выявы, это гравюры, альбо это аркуши с гравюрами и плюс мапы. Одна из них просто фантастичная. Это первая мапа ВКЛ. Мапа невеличкая, невеликого формату, але, ну, например, у Национальном мастацким музее эта мапа значится в списке особливо важных и значных каштовностей, которые они набыли за 4000 долларов. Там, ну, у нас такая, трошки, у них больше, у нас трошки меньше, ну, нам каштовало 140. На этом аркуше выявлена такая метафоричная выява Сарматии. Европейской Сарматии. Як тады называлась Усходняя Европа. Ну, фактично, это наша, да, такая наша земля, но там одно города до Валахии. Это книги, так званые инкунабулы, самые первые книги в свете. Альбо такая смешная наша гравюра, моя любимая, с выявой так званого польского монстра. Цікавую гэтую гісторыю, хто не здолее прачытаць, распавядуць тут у музеі з перакладу, так бы мовіць, нашага чалавека ў тылу замежных калекцыянераў і акцыёнаў. Я часта яго прасіў аказаць дапамогу ў тым, каб набываць некаторыя прадметы на eBay. Часам ён штосьці набываў і проста нам іх дарыў. Не маю нічога не патрабуючы, не просячы наўзамен. Просто дарыў, ну, вось, напрыклад, цікавы прадмет, гэта ліст нямецкага салдата, каторы напісаў да сябе на радзіму сваім родным, як ён тут пажывае, якія тут яго прачуванні. Так, ён знаходзіўся ў 44-м годзе у
увесну 44-го года у Могилеве, и ему заставалося пару месяцев, и было вызволение Могилева, и хоть за все он тут загинул, этот человек. Тут он пишет про то, как он любит свою жонку, как он переживает, что война – это глупство, это дурость, и надо было бы на уголу этих послать к чорту, матери всех этих генералов. Ось, и, как он надеется, встретиться с ее еще, але, напевно, наврать. Еще один лист. Это автобиография человека, который написал ее у Могилеве 18 мая 43-го года. Ну, например, еще такие Олегом набытые для нас, альбо подаренные им нам такие вот газеты. Mm-hmm. Это вот газета 1812 года с узгадкой об том, как Наполеон вошел в Могилев. Я так понимаю, что Олег собирает все, что ты отвечаешь здесь, да. Слово Могилев, значит, да. Шукает. И он, читая книги 17-18 года, где Могилев узгадывается, они выкладены в вельми великой количестве на разных ресурсах Google, оцифрованные, выкладены, поэтому по тегу Могилев, Могилев, он легко может найти узгадки Могилева в неких работах, в этой ковалочке текста выразая и перекладая и размещая на своей сторонке в Фейсбуку, какая так и называется «Могилев у старых книгах». Зрозуміло, що виніком нескольких год супольної руплівої праці по збору і музифікації вояв города повинна була стати вистава. Але обрана тема невідома Могилев часу окупації про фотоздымки солдат-звойовників, які принесли на нашу землю жудасну трагедію, війну, що знесла життя мільйонів, згадітесь, невероятно обостренная, парадоксально недослідуваная, закрытая, забороненная частка нашей истории. Оборона Могилева. Вызволение Могилева, а там ничего да, не было. Действительно, так получилось, что оборона Могилева у нас и освобождение забрали большую часть истории военной города. Ну, партизанское движение, это мы знаем, это мы любили и книги писать, и ветераны всегда вспоминали, собираясь на праздники там, и какие-то встречи. А вот об оккупации говорили только приглушенно. Хотя было клеймо. Клеймо жителей оккупированной территории. Жители оккупированной территории не случайно, ведь в анкетах была графа, был ли на оккупированной территории. И сразу человек, его прошлое, его жизнь ставилась как бы под сомнение. Лёсы амаль 5 000 могилёвцев. Мы ведаем про ахвярную деятельность партизан и подпольщиков. Сярод фотоздымку тут так само маются невядомые ранее выявы массового публичного смяротного покарания на Советской площади у красавіку 1942 года. Трагедия Холокоста, жудасное знищение Могилевского гетто, амаль 10 000 жителей. Так само стали вядомы с педантичных немецких фото и кинохроник. Яны уже демонстрировались, але и тут на выставе, и каждый раз это шок. Ну это правда. Я с этим столкнулся немножко раньше, когда мы работали еще над книгой по истории Могилевского еврейства. Тогда как раз мы нашли фотографии в Федеральном архиве Германии, то, что касалось именно могилевских евреев, могилевского гетто. Фотографии сейчас достаточно хорошо известны, а тогда, когда я с этим столкнулся первый раз в интернете, для меня это был шок вообще, что такие фотографии есть. Тут на выставе шоки от того, что насуперк стереотипам мы бачим життё. 3 года оккупации, на стыке смерти, мужчины, женщины, дети. Простой житель, он просто пытался выжить. Он просто жил в предложенных ему условиях. Те условия, которые поставила отступившая Красная Армия и пришедшие враги немцы в данном случае. Естественно, немцы, придя в чужую страну, в Дикую Азию, как они считали, они снимали все интересное с их точки зрения. И вот эти фотографии мы сегодня как раз видим. То есть здесь есть много пластов каких-то, да? Конечно, это архитектура. Это одно, и, конечно, жизнь простых людей – это другое, и жизнь оккупантов – это третье. Да, вот как раз кусочек.
такой фрагмент. Вот, вот оккупанты, а вот могилевские жители. Есть еще одна фотография, где просто на Первомайской, да, идут вот просто жители, и ты не можешь понять, что это оккупированный город, что это идет война. Просто идут люди, достаточно хорошо одетые, цветы цветут, скамеечки стоят, люди сидят на них, да. И это тоже была жизнь. То есть она была разная совершенно. То есть 4 года это огромный срок, да, для тех, кто там кто жив, да. А я уже не говорю там о детях, да. Для них это был вообще момент взросления совершенно в другой обстановке. Каждый из них вызывает целую бурю эмоций, действительно. Хочется стоять, хочется размышлять. И мне кажется, вот если взять блок какой-то, вот ту же наводнение на Дубровенке, здесь можно встать и написать хороший рассказ или даже повесть, может быть. Потому что настолько много чувств, и настолько они сюжетные. То есть дома многие стоят, та же Воскресенская церковь, Богоявленский храм, костел Святого Антония, они стоят, в принципе, сохранившиеся и легко поддающиеся восстановлению на то время, на 41-й год. А потом уже, вот тоже на этих же фотографиях, мы в 43-м видим уже их немножечко другими, уже где-то более разрушенными. Ну, здесь, конечно, связано, мы знаем, что в мае 43-го года была очень сильная бомбардировка нашей дальней авиации, и досталось и местным жителям, и немцам досталось, и архитектуре досталось. Но опять же, здесь нельзя уходить только в то, что вот такая неприцельная бомбардировка была. Это война. Это война, и войну прежде всего нужно поразить противника, прежде всего нужно победить. Какой ценой? Это уже второй вопрос. Первый – победить. Ну и не только ведь бомбардировку это, а в 44-м году, когда 27 июня подошли артиллерия наша сюда, она ведь тоже внесла свою лепту, закидала снарядами город. То есть здесь надо очень взвешенно к этой теме подходить и понять, окунуться в то время, когда мы говорим о уничтожении там, архитектурных памятников, страданиях местного населения. То есть это, по сути, это объективно. И я не оправдываю здесь никого. Просто надо окунуться в войну. Мы по усёй войне у Могилёве с советского боку маем, может, каких-нибудь там 15 фотоздымков. А немецких фотоздымков зараз только вядомых, только якія выпадкова трапіліся у наше поле зрока, каля 500. Конкретно прикладное значение так само открывается нередко на гэтых фотоздымках. А насамрэч, побачивши аэрофотоздымки, якія тут зараз представлены на гэтай выставе, можна докладно вызначыць, з докладностью до метра, месца знаходжання кожнага гістарычнага будынка города Могилёва, да, ну, який існаваў до 44-го года, некаторы до 43-го. Могилёв потерпел практично весь. Были знищены тысячи будинков, ну, сотни, тысячи будинков. Некоторые мета накированы, некоторые были разборены так, что потом уже больше не были отроджены, а наоборот, еще больше ну, разборены и на угол стерты. На этих фотоздымках они заховались в своем историчном обличье. Практично зараз можем вернуть назад историчное обличье Могилёва. Ну, так само тут, конечно, некоторые фотоздымки – это конкретные фотодокументы. Ну, а фотодокумент – это уже документ, это уже предмет, который фиксирует нашу историю, который является юридичным документом фактично. Вот эти фотоздымки, как тебе удалось их найти? Это вся эта военная тематика завсёды притягивает до себя великую количество и коллекционеров с одного боку, и спекулянтов с другого боку. И там в интернете весь час он просто набиты снимками часов войны, бо шмат людей яны выкупают эти снимки у нащадков тех, кто принимал удел особисто, и яны купляют их на блошиных рынках. Немцы не наумысно, яны совсем не хотели заховать это для нас. Яны были, так бы мовить, туристы. Захопники, яны, для них это было просто некое новое место, где они сейчас часово живут. Они сдымали для себя нечто новое. Так и тримал праздники поворот лёсу, что теперь для нас это одна документальная крыница, которая может рассказать нам про Могилёв того часа. А у нас... Але так само и две трагедии, которые отбывались в городе. Так. Про той самой
поп на Добровенце, про покарание, про гетто, и все эти здымки. То, про что мы ведали только из неких текстовых документов, из неких намеков. Теперь мы можем увидеть, что это саправды было. И как это было, и что это наша история, в принципе. Теперь можем увидеть своими власными очами. І ми опинулися у іншому часі, і у іншому невірогодному, невідомому городі. Могилєв, яким ти рос, гэтого уже нічого не було. Так. Тому для мене это, я ще більше цікаво. Бо гэта той Могилєв, якого я ніколи не бачив, але завсюди марно побачив. Бо у мій час гэта був уже цілком звичайний, щирий город, без ніяких особливостей, без своєго твару, яким він мог відрознюватися від інших. Это ведь что да. Когда я увидел величину старые снимки, увидел, какие был Могилев на самом деле, тогда мне начало быть цікаво, как можно больше видео от них. И, видовочно, пошук этой не спиняется. Зараз мы обмярковываем кинохронику немецкую. Зараз, ось, вядома, два фрагмента кинохроники с Могилевым. Один фрагмент был, я думаю, несколько годов тому. Он уже довольно широко разошелся. Зараз вот недавно появилась еще одна кинохроника. Вероятно, некие хроники снимались в Могилеве и, ну, еще, кроме этих двух. А зусім фантастично было бы, конечно, знайти что-то довоенное и вот дореволюционное. І у гэты момент сапраўды фантастычная, але пакуль прапанова. Невядомая велічная панарама Магілёва 1918 года. Зноў азарт пошуку, у тым ліку і сродку. Зноў нястомны Лісоўскі. Як бы ты характарызаваў такого чалавека? А гэта, напэўна, немагчыма характарызаваць, потому што это Лісоўскі цяпер як прыклад, з кім яго, з якім трэба параўноўваць астатніх людзей. А што зрабіў ты для Магілёва, седзячы тут у горадзе? І ў дадатак па сакрэту выдаецца яшчэ адзін момант супрацоўніцтва сяброўства. Можна лічыць раздрукаваны рукапіс авантурнага рамана. Але пытанні параілі задаць аўтарам. У ратышу маецца яшчэ і ваша кніга прыгод. Про Могилёв. Так, яна так само рыхтуецца. Яна так само рыхтуецца? І што гэта будзе? Гэта будзе прыгодніцкі роман, гістарычна-прыгодніцкі роман, такі у сучасным стылі, падобны на, ось, як здымаюць зараз фільмы, гэта экшн, крыху містыкі, і ўсе падзеі адбываюцца ў Могилёве ў розных гістарычныя моманты, і ўсё на фоне вось гэтых рэальных падзеі, якія адбываюцца ў гісторыі, адбываюцца падзеі з маімі героямі, якія цалкам выдуманыя, але дзякуючы фону яны настолькі ўпісваюцца, што людзі нават не пыталіся, ці гэта было на самай справе. Праграма ў нас будзе называцца «Знаёмыя незнаёмцы» і «Олег Лісоўскі». Олег Лісоўскі, якога, ну, напэўна, усе, хто цікавіцца гісторыяй Магілёва, чулі і ведаюць гэта імя і прозвішча, але ніколі не бачылі, і ты будзеш адкрыццём. Гэта будзе першае такое знаёмства. Што б ты перадаў вообще навогул магілёўцам? Я б заклікаў усіх, каб яны паглядзелі кожную з свае старыя фотаальбомы, паглядзелі, што там ёсць. Нават калі яны не знойдуць нічога цікавага адносна гісторыі горада, зато яны хаця б пазнаёміцца са сваімі продкамі, са сваімі тими, хто жив до їх, зі своїми дядуями, з бабулями, які вони виглядали, як вони жили. Що вже, як мінімум, для їх самих, власне, буде мати великий сенс.